Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня хочу зайти, ребятки, в проект Farm Game. Это инвест-проект, где нам дают бонус за регистрацию 10 рублей. И они платят до 70% ежедневно. Стартовал он сегодня. Старт 17.03. Срок вклада бессрочно. Соблазнилась я на такой проект. Соблазнилась, ребятки. Пока просматривала рекламу в проекте, очень много вот этой рекламы. И все-таки я перешла по ссылочке. Думаю, зайду. Давно я не участвовала в таких проектах. Вот. Значит, депозит от 1 рубля, выплата от 1 рубля, вывод средств каждую минуту. Здесь калькулятор. И здесь у нас последние пополнения и выплаты уже идут. Вот кто-то получил 2,895. Кто сколько вкладывает? Кто 2,60, кто 5 рублей, кто рубль. А кто 11 тысяч? Ёлы-палы. Ай. Вот как вы думаете, вот 11 тысяч вложить в такой проект. Вот этот человек, он не отобьет свои денежки, мне кажется. Вот деньги девать некуда людям. А здесь, смотрите, 41 тысяча. 41 370 рублей. Ну это вообще. Вот народ сумасшедший, батюшки мои родные. Да. Ну давайте зарегистрируемся. Значит, прописываем пайер, имейл, пароль. Кликаем создать аккаунт. Сохраняем. Регистрация успешна. Сейчас я на страницу входа, меня перебросит. Значит, email, пароль, IT. Так, ну что. Сумма вклада вот эта бонусная 10 рублей. Естественно, их вывести нельзя. И идут сразу, капает копеечка с этих бонусов. Не знаю, можно без вложений здесь выводить или как. Но я буду пополняться, естественно. Значит, доход за час 4 копейки. За сутки 1 рубль. Пробуйте без вложений работать. За сутки набираете 1 рубль и пробуете выводить. Но за месяц и так далее. Значит, вклады пополнить бонус. Что у нас тут пишет? Кликните, получите бонус. А, здесь еще и бонусы дают. Ну, давайте попробуем получить бонус. И вот мне дали 1 копейку. Не густо, конечно, но все-таки. Так, выплатить. Что у нас здесь? У нас можно выводить каждую минуту. Ту-ду-дум. От 1 рубля пока у меня ничего нет. Вкладочка. Рефералы. Так. Сейчас загрузится. Находится партнерская ссылочка. Так. Ну, давайте пополним. Значит, что у нас тут по пополнениям? Ага. Так, заходим в Pair и выбираем раздел «Перевести». Отправьте на кошелек, вот на этот кошелек. Я его аккуратненько копирую. Нужную сумму в рублях. Скопировать ID вашего платежа.
и ID вот сюда проверить оплату. Зачисление средств после оплаты происходит мгновенно. Так, ну что ж, копирую. Сколько так? Что там надо перевести? Ребятки, перевести. Вставляю номер кошелька. Проверяю. 106 в начале. И там 271. Угу. Так, ну я без фанатизма. 40 тысяч я, конечно, не собираюсь вкладывать. Ну, 50 рублей пусть будет. Посмотрим. Квику перевести. Окей. Так, перевод успешно выполнен. И история. Делаю все в режиме онлайн. И вот ID операции, вот эти циферки я копирую. И сюда вставляю. Проверить оплату. Ваш баланс пополнен на 50 рублей. Итого у меня должно быть 60 рублей в работе. Вот. Значит, теперь у меня за час 25 копеек, за сутки 6 рублей, ну, за месяц и так далее. Копеечка стала побольше капать, побыстрее. Ну, будет что выводить, запишу видео по выводу. Вот. Ну, я думаю, что он платит. Но, ребята, 40 тысяч вложить. Это в такой хайп. Вот моя сумма. 50 рублей я закинула. Ну ладно, 10 рублей, да? Ну 5 рублей, ну 40. Здесь 11 тысяч. Это уже много. Вот народ. Ёлы-палы. Да. В общем, не знаю, сколько он будет отработать, но надеюсь, даст заработать. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.